С целью уменьшения количества жалоб жителей на правонарушения, актюбинские полицейские постоянно контролируют прилегающую к привокзальной площади территорию, а выходные и в праздничные дни особенно. Также еженедельно наряды комплексных сил полиции совместно с волонтерами ведут патрулирование. Только за минувшие праздничные дни к административной ответственности были привлечены 263 лица. Выявлено 3 факта продажи алкоголя ночью. Вынесено 29 защитных предписаний семейным дебоширам. Еще к 11 этим гражданам установлено особые требования к поведению. Доставлено в приемник распределителя 5 людей без документов. 4 было направлено на принудительное лечение в специальное лечебное учреждение.